волшебник изумрудного города. Какая красивая книга, да, интересная. За последний месяц 11-летний Саша прочел аж 4 книги. И не просто детские стишки. В его списке «Муму» от Тургенева и «Снежная королева» от Андерсена. В телефон я тоже играю, но книжку читать приятно. Есть очень интересные книжки. Любовь к чтению мальчику привила мама, педагог по образованию. Вместе с сыном они давние посетители детско-юношеской библиотеки. Когда Юна узнала об акции «Книга в семье», записались в участники. Длится проект в течение года. Это презентации новых произведений, встречи с писателями и психологами. Первый же день семья получает подарок – блокнот читателя. Что же это за блокнот читателя? Это личный читательский дневник, который заполняется участниками проекта. И на основании этого блокнота мы в конце проекта выявляем лучших читателей, лучшую читающую семью. Каждый вечер ребенок открывает книгу, и когда у него есть дневник, у него есть уже цель заполнить этот дневник, да, и написать какие-то новые строки, новых произведений. С начала проекта третьеклассник Денис успел вписать в свой блокнот 19 книг. Какие у тебя любимые авторы? Первый – это Лев Николаевич Толстой. Мне он нравится, потому что у него интересные и интересные книги. А у тебя вот твои одноклассники все тоже так читают или только? Нет, я где-то один или там 3 человека. Мне иногда кажется, что я самый лучший в своем классе. Продлится проект до конца года. Еще не поздно присоединиться к его 50 участникам и открыть для своего ребенка мир книг. Ася Касьянова, Андрей Дармаев. Новости дня.